Как известно, защит много не бывает. И сегодня мы поделимся с вами авторским ритуалом от Алены Полынь с защитой на булавку. То есть, как заговорить булавку на защиту. Можно использовать любые булавки, какие вам нравятся. Ну, имеется в виду английская булавка, да, вот такая обычная. Она может быть с украшениями, с глазками, либо вот обычная. Кому какая нравится. Девочки очень любят украшения, поэтому даже если на иголочке будут какие-то украшения, висюлечки какие-то, это также будет защита, да, потому что она будет отвлекать ваше внимание. Все можно будет повесить и на лицевую сторону одежды. Вот такую обычную иголку можно пристегнуть с изнаночной стороны одежды, чтобы ее никто не видел. Если вы делаете такую защиту для кого-то, можно использовать фотографию, да, то есть положить перед собой фотографию, зажечь свечу. Обратиться уважительно к батюшке огню, когда зажигаете, да, говорите примерно такие слова. «Здравствуй, батюшка огонь, будь мне свидетель да скоропомощник. Помоги мне в деле моем, ну, например, там, да, для защиты, да, такого-то, такого-то человека». Ну, либо обрисовывайте эту ситуацию, ну, в принципе, для которой, собственно, для которой вы зажгли эту свечу, если в другом случае, например, да, вы это делаете. Значит, очень хорошо такая защита работает на деток. Да, очень часто, особенно детки, которые в школу ходят, в детский сад, к сожалению, бывают такие случаи, когда деток обижают. Вот, и чтобы вот их не обижали, такая защита будет тоже очень кстати. Но также ее можно сделать и для себя. Итак, заговаривать мы будем булавку на, ну, сам заговор будем говориться на острие. Поэтому булавку мы расстегиваем. И говорить будем заговорные слова на острие булавки. Заговаривается булавка максимально близко к губам, так, чтобы дыхание касалось острия. И говорим такие слова. «Коль чьи слова колки будут, так на булавку наколятся. Быть вам заколотыми и наколотыми. Бысть тому». После этого булавку пристегиваем к одежде. А булавка пристегивается головкой вниз, вот таким вот образом. Так, наговорили, застегнули на одежде, и вы под надежной защитой.